мы столкнулись с той ситуацией, когда правила игры меняются во время игры. Причем, если можно так сказать, причем в угоду правящей власти сегодня в Республике Молдова. Конечно, этот законопроект подыгрывает кандидату от правящего большинства. И, конечно, он нарушает все конституционные нормы. Это равенство перед законом, это недискриминация наших граждан. Ведь если посмотреть, чем отличаются граждане Республики Молдова, которые проживают в Российской Федерации, как пример, от тех граждан Республики Молдова, которые проживают в Соединенных Штатах Америки или в Канаде. Абсолютно ничем. Но сегодня к ним подход абсолютно избирательный. Остается очень много вопросов, на которые, к сожалению, нет ответов. Кто избрал именно эти страны? Почему именно эти страны? По каким критериям эти страны избирались? А вообще, будут ли законными результаты этих президентских выборов? Конечно, мы ждем корректного и правильного решения Конституционного суда и просим правовой оценки этого законопроекта. Спасибо.